Итак, дорогие дамы и господа, короче, как выглядят кнопки сейчас на машине? В общем, потертости не видно, все горит, все как красиво, как надо. Ну, конечно, не без косяков типа, но в целом меня устраивает, допустим. А вот как это выглядит со светом. Ничего, так интересно. Работает все. Так что по сути можно наклейки типа покупать. О, даже какой-то 3D прям. А не, нормально все. Че, нормусики. Ну-ка, вырубим свет. Ну да, нормально. Короче, с пивом потянет, можно юзать. Теперь хотя бы выглядит более-менее красиво по сравнению, с тем, как было. У меня тут ассистент есть. Привет, меня зовут Шарлотта, я ассистент джедая. Да? Ну что скажешь за наклейки, нормально? Тебе нравится? Шаня, что с наклейками, как тебе? Нравятся наклейки? Что-то ты у меня это... Фокус теряешь. Фокус теряешь, да? Нравятся наклейки, да? Ну, если молчит и не выпендривается, значит, все хорошо. В общем, вот такая ситуация. Можно наклейки заказывать на AliExpress. И вот провести такую же процедуру, которую я проводил. Ну и, соответственно, тем, кто посмотрел видео, просьба поставить вот, вот так вот или вот так вот. Потом там внизу есть, короче, вот здесь вот подписаться. Колокольчик приветствуется. Ну, а дай свой комментарий. Все, это был джедай. Пока. Спасибо за внимание.